Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 121, изображение десятичных дробей точками на координатной прямой. Какие числа отмечены точками на координатной прямой рисунка 3.3? Рассмотрим первую координатную прямую под номером А. Первая точка имеет значение 0,3. Посмотрим, какова же цена деления единичного отрезка. Для этого мы возьмем две точки, точку 0 и 1. От 1 отнимем 0, будет равно 1. Этот отрезок разделен на 10 частей. Разделим 1 на 10. Получится, что цена деления одной клетки равна 0,1. 0,1, 0,2, 0,3. Первая точка имеет координату 0,3. Вторая точка 0,9. Третья точка 1,1. Посчитаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Четвертая точка имеет координату 1,7. Рассмотрим отрезок B. Найдем цену деления единичного отрезка. 7 минус 6 будет 1. 1 разделим на 10, так как этот отрезок разделен на 10 равных частей. И мы найдем, что цена деления 1 у нас равна 1/10. Посчитаем. У нас есть 6 целых и еще 4 десятых. 6,4. 5, 6, 7, 8. Вторая точка будет 6,8. Третья 7, 1, 2. 7,2. 3, 4, 5. 7,5. 8,1. И 8,8. Рассмотрим координатную прямую под номером В. Цена деления здесь 0,1, отнять 0 будет 0,1, и разделим на 10, получится 0,1. Значит, первая точка у нас находится в координате 0,2. Вторая, 2, 3, 4, 5, 0,5. Третья точка 0,1, да еще раз, 2, 3, 4. Получается 0,14, 0,17. Координатная прямая G. 2,4 отнимем 2,3. Получается 0,1. Разделим на 10. Цена деления 1/100. Получается 2,31, 2,36, 2,43 и 2,47. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.